Не могу пригласить члена другой группы. Осмелился призвать меня. Деймос тут? Да. А этот First Life тут? У тебя хил на шамане на этом? Чё, ГС?
Блин. Деймос, давай это на Рошаму можешь зайти? Кто тут не выходит? Микки, а чё, на кого тебе надо? Можешь ни на кого не заходить, нормально все. Давайте, суммоньте всех. Сендер ВРК. Кирилл, ты тут, алло? Да. Давай, это. Так, если кто с гильдии будет, мы пока будем бить трэш, баш на те ассиста. Возьмешь Сейчас, кирилл. минуту надо, буквально. Сейчас. Давай, быстрее начинаем бить трэш. Всем привет. Привет. Давайте, поехали трэш бить. Ой, да кто на главный зайдет? Ты кто? Дава. Нужно подойти поближе. Да ёбаный в рот, идите сюда, сука. Мобы, Тупать. Ой. Чё? Кем зайти? А на кого тебе надо? Чё тебе на свете не сидится? Нормально? Или чё? Три сколько друлей. Ну чё? Кем хочешь заходить? Скилл есть у тебя? Да. Давай заходи, какой хил? Даршам, ДЦшка. Давай ДЦшку. Кирилл тут? Да, одну минуту сейчас, подожди секунду. Не агрите трэш, подождите. Сейчас зайдет ДК, суманем его. Так, айсфриз. Сейчас айсфриз, если что, притянет этого звездочку, потанчит. А я ворву сейчас. Давай, айсфриз, звездочку выбирай. Слишком далеко. Сейчас.
Все, я тут. Ломите меня тоже. Так, я всем каски раздам. Я пожилая палата. Что, Рома, кикнули? Рогу! Рогу! Рога! Залез или вылез, фиг его знает. Откуда вылез, не слышу. Вылез, вылез. Спасите. Вы можете, придурка, самануть его с боя, я не понимаю. Да. Да ты прилетел уже раз 200. Чего такие, блядь? Не знаю кто. Откуда, сука? С Долорана вот смонить, блядь. Да, конечно, ебать, блядь, нажать на полетку, блядь, прилететь сюда, блядь. Ушел, блин, на 2 минуты. Их еще 2, блядь. Персов столько нет. Сейчас еще дураков стрелю. Заткнись, дебил. Это что было? Повтор, пожалуйста, можно? Это сейчас было жестко достаточно. Маги, под лиском не подходи. Это что, пожилой танк или что? А то, что меня Минин Пожарский резнул, это вообще нормально считается? Все, можно драть перса. А у Ложков так всегда, я слышу.
Так я не понял, там 3.3.5 или что? Какая версия? А почему Сириус? Почему не Вармейн какой-нибудь? Почему не X5? То есть для меня типа или что-то? Нет, но думаю, что надо, раз в таком случае. Я пока не могу использовать эту способность. Горите в огне хозяина! Ой, я помню, как я в прошлом РС-метку забыл вынести. Потом 25 гири, короче, мне на сурке позвонили, я забыл потом, что, ну, мы, типа, в РК сидим, все ЦВП без РК сидим. Думал, что почему, типа, так легко может не собираться вообще в РК, так и не корабли. Это провойда. А вот сейчас я не забуду вынести, потому что я молодец. Кикнули в рогу, который бы это сделал. Аги, столик поставь себе. Маги, столик, плиз, столик, столик, И потом еще за мной, да? Поставьте-ка, пожалуйста, мамонта. Короче, я пулю, да? Ну, блядь, титан пылит, ё-моё. Нужно подойти поближе. Цирк приехал. Ты должен был прыгнуть и в полете мишкой стать. О, красиво, красиво. Кого только что ваншотнуло? Никого. Даже не декада. Я надеюсь, мы упадем, да? Я упал. Да. Мы ревность не пропускаем.
Да хил, блядь! Так, молодец, сука. Да падайте. Да давай упадем. Да держу тебя как только могу, блядь. Седда, у меня маны не было. Упал тут. Я хули на X5 переиграл. Я 68 левел уже. Согласен, я в норме. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Да, я. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что... Атака попадила к пожарной зоне. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная зона. Обратите их в пепел! Герои, мне не верно, почему прибываются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Один вроде остался. Хрен его знает. Рамзес. Это знакомый мой, если чё. Да пошёл он. Да, я его зову и так... Будет чё. А, кстати, кто-нибудь в идеально видел, когда последний раз заходил? Кто? Да вот, вроде он просто недавно... Просто ты пожилую голову уже заебали, блядь. Я лучший человек в мире, если что, алё. Да, да. Давайте рибафнемся и рыбу поставим. Пусть попроси, чтобы бафнули, а то они стоят и ничего не делают. Дайте баф, пожалуйста. Да, Сашка. Дайте рыбу, блядь, бафы, чё вы? Давайте быстрее. Рыбу не дали, всё ясно. Кстати, маны. Это у меня нет маны. Да. Сука, уроды, блядь. Угу. Нам не боже ничего, блядь. Сумерек, вы найдете лишь страдания.
Уходите, если посмеете. Сколько процентов? Что там с ростом? Я жду спать, ёбаный урод. Он в другой стране был. Да, в другой стране был. Перебежал поп. Хочу. Ебать, что это было? Нет, это был ваншот, я так не понял. Поднимите хила, поднимите Кушимана быстрее. Далеко стоишь, не могу. Сколько 8 хилов? Блять, так выйти, блять. Да нормально я, блять, хилю тут, нормально. Да походу Седдер, блять, на рейд повернул босса, я так и не понял, че. Да макросы рвались, я просто повернул тут глубокий уровень босса поворачивать на рейд, блядь. Здесь спейльте. Он маг этот, сразу с... Чероль. Почему я кидаю один и тот же ролл постоянно по жизни? Это нормально считается? Рома, что ты идешь к нам в гильдию? Нет, сразу ИП получишь. Да, подожди. Не надо. Чё там, вторая РС, потом целка? Да или да я?
Ладно, пойду пока. Чё, танками кто-то зайдет? Нет, ребята. Ну, два ДК присануло, сука, и все ДД, блядь. Ну, всё, сейчас за протопало зайду тогда. Не могу пригласить члена другой группы. Давай я. Она просто подойдет. Не могу пригласить члена другой группы. Тогда придется зацепить и медведя. Танк есть один. Не по. Это машулечка делать, она хотела шкуреску. А, ну да. Да, Лёха, вот, да. Юха, ты где там пропал?
Илюха где-то должен. Он же перезаходил. Сейчас возьмем вот друида, который с нами был. Плюсы был чат Рома. Пожилой развратник. Вот. Мадефака это он, короче. Кто-то ставь один. Потом что, целка сразу будет? Картавый пропал. Ништяк, я с вами. Че это тут? Че такое? Ходи. Ты че нет, блядь, в сетках их поебать? Да, да, уже танчил. Кена маги уже. Или давай я зайду за Фурика, возьму подамажу. У меня, в принципе, есть Фурик 5.5, только я им играть не умею. Перемага. Слава, давай за Фурика зайду. Понаделают мало. Слышь, Слава, научи меня сегодня после целка 25 гер, или там что будет вечером Фуриком играть, там с сокетами, и светкой и так далее. Открываешь Void канал, там все есть, вроде бы как. А что это за ретрик такой, Флинт? Северное сияние. Привет, Рокстар, блин. Слава, я зашел вон там. Кидай пальцы. Давай, блядь. Крест дайте. Блять, привычка уже, что у меня на взрыв разума стоит на X5. Дайте флаг по ларуму. Спасибо. Протопало, хильте.
красти бафет. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Варм даже и крест бахнули. Дайте бахнули. Не, пристабал, блядь. Где там, блядь, скул? У лохов так всегда. Правильно, хи-хи-хи, блядь. Да-да-да, сейчас я наушники отдел, должно быть заебись.
Вообще-то, я могу спекнуться... спекнуться про товара, бля. Я не знаю, что делать. Возьми это, Машу, она пришла, может в рейд с нами сходить за нас с него. Она в кашту. Цирк приехал. Как я сдох? И что, агро срывал или что? Танк умер. По танку вас поле во время битвы не отходит? Он над штурм 100к получил. Не отходил, просто не отходил. А, ну так понятно, что он. Дело как раз тоже в этом. Дело как раз тоже в этом, потому что он в определенный момент выходит из зоны поражения, и определенная плюха по нему не пролетает. Да. Поэтому... Дело нормально. Нормально не мне. Я могу на танка зайти. У меня протовар есть. Бисовый, сука, ты чё, блядь? Только двух камней не хватает в ставках. Ой, ты чё, зря на тебя диван кидал? Резь не хочешь, что ли? Пошел. Как бы я хилила. Да пошла и войда, и все, ебать. Да-да-да, все нормально. Здесь. Мы еще каплю дали.
надо прочитать. Не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Вдвое сильнее страдания. Я пока не могу прочитать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Двое сильнее страдания. Я отдал вот сразу в тот же момент. Надо подождать. Сейчас уже да. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. В мире хватает героев и без тебя. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но... Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется... В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чем добиваются эти захватчики. Слуги, обратите их в пепел! Рубиновое святилище пало. Лапки не хватает у протопала и ты. Тумаги бахните.
этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Лишь страдания. Входите, если посмеете. Минус 2 было. Только чего хер пойми. Челим Интеоса может поднять. Скоро фаза. Фаза. Ты чё, гусь? Я восьми? Не, восьми. Не, он восьми. Гера, может? Сколько еще таких героев? Что это было? Небеса в огне. Не бежали. Мой господин, этот мир сгинет в огне. Король тьмы.
Что я уже? Что ты от меня хотел? Айс здесь? Айс фриз. Вот он здесь, вижу. Что, войд квесты мне сделаем, Навара? Квинтисенс. Не-не-не, я напал только делал. Так он выбежал, побежал метку выносить, бах, развернулся, обратно в рейд пошел. Слава, алло, где пати, я не понимаю. Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Дашь пати, нет, войд. И мне. Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. А ты носил усы на X2 или на X10? Не могу пригласить члена другой группы. Я тоже там играю, но там вообще ПГ или там РБК, это вообще попал там столько вообще дебилов. Не могу пригласить члена другой группы. А ты за Орду залез? Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Слава, я на QV зайду. За осколками. А завтра же ЦЛК будет, да, Войд? Обычка.
Давай я на ретрика зайду, если чё. Не-не-не-не-не, не умею. Сука, одну кнопку жать, блядь. ЛП, потом прожимки, хер его знает как. Чё-то надо жать, успокойся, всё захилится. Киги в натуре магов, кроме меня, конечно. Давай я с этим. Да нет, это мазик какой-то. Совой. Варом. Да я постоянно либо на хиле, либо на шипы, а как за осколками зайти, так мне нихуя нельзя. Так я тоже постоянно. Я могу ордру похилить, Войд. Да. Да, мы рольнули уже, он выиграл. Когда я лох, что?